девчата отдают свою жизнь за каждого из нас. Улыбся Давыда Ойстраха. За каждого из нас отдают жизнь. Вы знаете, порой даже тяжело человеку просто сказать: Господи, защити наших воинов, помилуй, спаси, сохрани. Вы знаете, наши воины, они нуждаются, чтобы мы молились за них, чтобы мы помогали. И Иисус Христос, Он пришел сюда, в этот мир, Он прожил жизнь чистую и святую. Он умер за наши грехи с вами. Он в третий день воскрес. Мы говорим на Пасху, воистину воскрес. Наступна зупинка. Вулиця Заболотного. Он призывает людей покаяться, уверовать, обратиться к Богу. Читайте Евангелие, молитесь Богу, призывайте Святое Имя. Мы дарим бесплатно молитвенники за Украину. Если вы не знаете, как помолиться, можете бесплатно взять детские Библии, бесплатно Новый Завет. Кто желает, может взять. Храни вас всех Господь, доброй дороги вам и крепкого здоровья. Бажає безкоштовно молитовники за Україну, Євангелії або дитячі Біблії в картинках. Будь ласка, все безкоштовно. Хто бажає молитовники за Україну, Євангелії або дитячі Біблії в картинках? Хто бажає, будь ласка, молитовники за Україну, Євангелії або дитячі.